Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Всем привет, подписчики моего канала. И сегодня это у нас 5-й антигрифер-шоу в реальной жизни, в котором я расскажу все то, что сегодня будет. Итак, вот, я приехал в это место. Я если честно, не знаю, где я сейчас. Приехал я сюда на поезде, ребят. На поезде, повторяю, я приехал сюда на поезде. Не знаю, может, звук у меня пропадает, когда я отвожу камеру. Потому что у меня реально телефон глючит, камеру я что-то забыл взять. Ну, короче, ребят, это у нас антигрифер-шоу, и мы сегодня, так как я не буду палиться, я просто буду ждать этих гриферов. Мне даже в телефоне нифига не видно там. В общем, ребят, вот такое вот у нас будет сегодня антигрифер-шоу в реальной жизни, ребят. Вам, короче, понравится. Итак, давайте я пока что, не знаю, подожду их. Короче, как все начиналось? Если вы не знаете, можете посмотреть. Потому что я сначала снимаю антигрифер-шоу номер 5, то есть, который уже вышел. А потом я только снимаю антигрифер-шоу номер 5, но только уже часть 5. Как-то так. То есть с продолжением уже. То есть там тире продолжение написано. Вот вы смотрите сейчас продолжение той части. Если вы смотрели ту часть, то у меня этот грифер, точнее школьник, я даже не знаю, кто он. Он меня пригласил на встречу именно сюда. Я не знаю, почему именно сюда. Может, он меня просто решил так пошутить надо мной. Но я реально сюда приехал. Я не испугался, я реально приехал, он меня обещал, не знаю, избить, что-то со мной сделать. Но, ребят, я пока что приехал сюда, и пока что все, ребят, нормально идет у нас. То есть, ничего такого пока что не произошло. Но больше рассказывать, наверное, нечего, потому что я сейчас весело провожу время просто. Вот так вот. Ну что я могу вам сказать? Я здесь, конечно же, сделаю селфи новой аватарки. Но, в общем, это будет позже. Сейчас, в общем, начало. Начало, конечно, наверное, будет, как всегда, долгое. Вырезать я части видео этого не буду, просто буду болтать с вами сейчас. Просто буду... Вот это лицевой камеры, блин, достали эти комары. Здесь комары, блин, в этом поле, блин, кусаются. Охренеть. Ну, короче, ребят, мы просто ждем сейчас грифера. Я даже не знаю, когда это начнется. Может, когда я уже остановлю видео, как раз они придут. Так что я как-то решил долгое видео снять сегодня. Антигрифа. Вообще, ребят, я решил то, что снять этот последний антигрифер-шоу. То есть это будет последний антигрифер-шоу у Александра Сычкова. То есть у меня оно баса. Ребят, поздравляю, у нас сегодня ровно 1 000 000 подписчиков на моем канале, ребят. Спасибо. Молодцы, собрали. Вот такие вот молодцы вы. Спасибо, что набрали столько подписчиков, друзей своих приглашали, как я просил. Добавлялись в ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте у меня уже максимальное число друзей. 10 тысяч, не знаю, сделают еще друзей, я не знаю, настройки. Но, ребят, это точно будет настройки. Что я могу сказать про КС-очку? Я не знаю даже, что это будет, антигрифер-шоу сейчас или будет влог. Но про КС-очку я могу сказать то, что вот CSGO, там обновление, где будут перчатки, перчатки уже есть в игре, ребят. В новом обновлении они уже есть, ребят. Перчатки реально будут. Ну, короче, ребят, вот как-то так я здесь веселюсь. Да. Короче, я не знаю, что сейчас будет точно. Может, что-то не будет. Может, что-то... Короче, просто я подожду. Сейчас я стою на дороге. Вроде здесь люди вроде где-то ходят. Вроде и нет. Я, короче, не знаю. Ну, короче, все очень будет классно. Я камеру не выключаю. Я не буду монтировать эту сцену. Вообще не буду ничего монтировать. Я, может, только из кусков смонтирую что-нибудь. И все. То есть ничего интересного здесь не будет, ребят. Я точно вот смонтирую только когда они придут. То есть вот сейчас вы слушаете разговор, можете переключить на середину видео, где уже все начнется, и будет это, конечно, круто.
Ну а пока что давайте я подожду, пока что наделаю селфи. То есть это будет прикольно, ребят. Ну не знаю, вам понравится должно быть. Потому что я стараюсь для вас. То, что я пытаюсь что-то сделать нового для вас. Новые видео создавать. Но, ребят, с Антигрифер Шоу я решил закончить. Мне надоело просто в другие города ездить, ходить гриферам, что-то им говорить, если все равно я их не снимаю. Так что я решил закончить этот Антигрифер Шоу, так как, наверное, этих даже гриферов я не буду снимать, потому что реально. Потому что так невозможно. Просто. Потому что я... Просто они как-то не хотят, короче, попадать в кадр, где они запрещают себя снимать. Может, некоторые вот эти, которые снимают люди Антигрифер Шоу, им они разрешают как-то снимать, хотя они ругаются. То сейчас я, меня уже не разрешают, я даже не хочу спрашивать, снимать или не снимать. Я просто уже не снимаю их лица, может, я снимаю, как они выглядят, может, там, тело, но голову я не снимаю, то есть лица не видно в моих Антигрифер Шоу. Поэтому я это решил закрыть все и делать только вот в реальной жизни, только влоги. Влоги будут прикольные, но пока что я здесь, наверное, надолго буду. Потому что я реально здесь где-то неделю добирался. Вот вы меня спрашивали ВКонтакте, почему я не отвечал на сообщения, почему, что я делал, чем я занимаюсь вообще сейчас и где я вообще сейчас нахожусь. Дело в том, что я все это время ехал сюда. То есть я добирался на машине сначала до поезда, потом на поезде ехал сюда до сюда, потом на такси еще добирался до сюда. Ну, вообще-то я думал, на автобусе доеду. Ну, в общем, этого не получилось, и я решил просто, ребят, просто решил доехать до сюда все-таки. Прийти в это место и встретиться с гриферами. Уже видео идет 7 минут, и пока что гриферы еще не пришли. Но, ребят, это будет очень интересное видео, в котором я вам все расскажу. Ну что ж, я сейчас отключаю видео и включаю только тогда, когда гриферы придут. Удачи вам, ребята. Итак, ребят, ну что ж, они еще не пришли. Я не знаю, уже я жду, ну не знаю, полчаса, наверное, точно. Я, конечно, не считаю, но минут 30, наверное, точно. Я хотел снять раньше это видео, точнее, продолжить снимать. Но я ждал момента просто. Ну, не знаю, это просто уже издевательство. Они сказали то, что придут ровно в то время, в которое нужно. Время я вам говорить не буду. Хотя сейчас уже, чего говорить-то, 6 часов вечера, ребят. Ну что ж, гриферов пока что нет. Искать их, не искать. Ехать домой или просто это меня просто решили просто обмануть. И я, короче, не знаю. Я просто сейчас жду еще несколько минут. Или, ну, давайте я еще чуть-чуть подожду. Может, минут 10 здесь. Потому что здесь реально ходят люди. Я здесь один как дурак стою. В этом, я не знаю, поле это, не поле. Здесь всего вон один дом. Все, больше ничего. Остальное все это реальное поле. Все, больше ничего нету. Да и так как я добирался, там, смотрите, если там посмотреть поближе, то там видно то, что нифига нету. Там только лес. Вы не поверите, но это так. Там реально нифига нету. Просто везде один лес. Ничего. Ни домов, ничего. За несколько километров там вообще ничего нет. Поля просто. Может, там что-то посажено, может, не посажено. Потому что я ехал на поезде, я не видел. Я когда до сюда на машине еще ехал, может, полчаса до сюда, до этого места. Просто я реально... Меня это надоело, поездка. Уже даже если я даже еще в это поле не пришел. Мне это, до этого поля еще я шел, наверное, минут 15 пешком, чтобы дойти именно до этого поля. Ведь смотрите, там дальше, если посмотреть, после этого дома несколько домов и все. То есть там только вот в этой местности, только вот поля и леса, все. Больше здесь ничего нету. Я не знаю, может этот, не знаю, вот этот шутник, может живет в одних из этих домов,
Ну, вообще, хрен знает, ребят. Ну, короче, что я могу вам сказать? Сейчас жду, а потом уж посмотрим, что здесь делать вообще. Ну, пока что я остановлю видео. Сейчас продолжим, ребят. Удачи. Итак, друзья, с вами, как всегда, я Нубас, Александр Сучков. В общем, видно там, что гриферы уже идут. Именно сюда. Давайте пока что присяду, посмотрю, что там дальше будет-то, блин. Короче, это вообще офигеть. И там, не знаю, сколько человек. Человек 5, наверное. Они, короче, в масках. Короче, я не знаю. Я, если честно, я не хочу. Ничего. Не. Уже ничего делать. Я реально уже, меня это надоело. В общем, ребят, я просто бегу. Бегу просто сейчас, убегаю. Даже не знаю, что сейчас будет. Наверное, ничего. Так. Блин. Капец. Капец, 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 капец. Блин. Что там происходит-то, блин? Это, ребят, это реально как в Антигрифер шоу номер один, ребят, правда. Смотрите, вон они идут. Тихо. Тихо. Интересно, они меня видят или нет? Смотрите, видите? Видите? Машина, машина. Там она есть. Оттуда парни выходят, блин. Не знаю, вам видно, нет, не видно. Но они реально идут сюда. Сейчас, может, поближе покажу. Все-таки, блин. Тут надо... Одна грязь до ложи, блин. Блин. Там видно то, что там есть машина. Не знаю, вам видно, нет, я дойду лучше до этого места. Давайте. В общем, ребят, я больше реально антигрифер шоу не буду снимать. Я потому что это надоело. Смотрите. Там реальная тачка. Капец, короче, ребят. Твою мать, блин. Нафиг, 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 блин. Все, нафиг, это все, нафиг. Твою ж. Короче, ребят. Я даже не знаю, что я сейчас буду делать, блин. Капец. Надо спрятаться куда-нибудь. А! Блин, ребят. Твою мать. Блин, ребят. Они... Ребят. Ребят, это ужас. Это ужас. Охренеть. Они меня... Это хрень. Ребят, это просто... Надо быстрее валить. Твою ж... Твою ж... Блин. 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 У меня там все. Он идет сюда, блин. Надо валить быстрее. Быстрее, надо побежать. Ребята, они меня ранили, реально. Я не могу больше. Что делать, ребята? Ладно. Короче. Это охренеть просто. Интересно, они там ушли, нет? Вообще невозможно. Ребят, вы когда им видели? Вот такое вот. Просто, ребят. Это просто, ребят. Я вам сейчас руку мою покажу. Это ужас, блин. У меня вся рука. Блин, меня ранили, ребят. Меня серьезно ранили, блин. Охренеть. Ну что ж, вот моя рука. Там видно вот эта хрень. Я ранен, ребят. Я сейчас иду. У меня вся футболка, вся. У меня дырка даже в футболке. Не знаю, они из чего-то стреляли там. Охренеть. Ну, короче, ребят, это был, короче, антигрифер шоу в реальной жизни. О. Короче, с вами был я, Александр Сучков. Ребят, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Нубас. Сейчас вторую руку покажу. Это просто офигеть. Короче, с вами был я, Александр Сучков. С
ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Антигрифер Шоу я отменяю. А все это была постановка, ребят. Это всего лишь просто ребята, мои друзья, которые просто прикалывались. Ребят, это не то, что вы подумали. Это просто фейк. Чтобы набрать просмотры. Если вы досмотрели до конца, то, ребят, поздравляю. Вы разгадали мой секрет Антигрифер Шоу. Я просто не могу уже так говорить, потому что я испачкал краской телефон и просто не хочу больше это делать. В общем, всем спасибо за просмотр еще раз. И смотрите мои влоги. Ребят, это про... Я вам сейчас расскажу последнее, то, что я знаю. То, что это все реально постановка. Я приехал к другу просто в поле, и это был все фейк. Так же делается и с другими антигрифами. То есть никаких антигрифер-шоу не существует. Просто это фейк, подстава, и просто вас обманывают. Никто никому не ездит, никто ничего не делает. Просто я решил вас разыграть вот так вот и создать свой плейлист, чтобы вы, не знаю, посмотрели, может, порадовались за тех. Конечно, я видел то, что многие люди пишут на всяких антигрифер-шоу, типа там... Кого-то чем-то ткнули, тот валяется, кричит. Это, ребят, это все фейк. Это все не по-настоящему. И, ребят, не верьте этому, потому что антигрифер-шоу не существует. То есть, да, это существует, но, ребят, настоящие люди никогда не поедут к другим людям. Потому что, ребят, всякие, наверное, люди боятся то, что реально там придут какие-то мужики и реально там расстреляют кого-то. Так что, ребят, это... Серьезно, я вам говорю, то, что они все антигрифер-шоу, вообще все, в интернете, в ютубе, в ВКонтакте, везде, все антигрифер-шоу, это всего лишь подстава. Антигрифер-шоу не существует и никогда не будет по-настоящему существовать. Так что все это, все, что это было, это всего лишь постановка. И у меня на канале, и на других каналах. Все каналы, которые, например, там кого-то закрывают, в подвале, кто-то кого-то бьет, это все подстава, это просто снято для просмотров. Я вам просто так рассказываю. В общем, если вам нравятся мои постановки, и вы хотите видеть такие же постановки, прикольные вообще, которые реально там про драки, про что-то, чтобы увидеть людей, так как мои люди, ребята, не хотят показывать лиц, а точнее я не хочу их лица показывать, потому что это реклама, и придется за них платить. Ну, короче, ребят, все антигрифер-шоу это всего лишь подстава, и не верьте этому. Все, всего этого не бывает, и все, что показано в ютубе под надписью антигрифер-шоу реальной жизни, это всего лишь подстава, просто люди играют сценку или что-то еще. В общем, если вам нравится мои антигрифер-шоу и вас заинтересовал мой канал только из антигрифер-шоу, то, ребят, подписывайтесь на него. Возможно, я такие постановки буду еще делать. Но уже не под названием антигрифер шоу, потому что я не хочу обманывать своих подписчиков, раз они, их у меня уже миллион. Так, я даже не удивлюсь, если 500 подписчиков, точнее 500 тысяч подписчиков, сразу отпишутся от меня, потому что они ждут только антигрифер шоу. В общем, все равно мне уже, потому что все это вранье, ничего нету, то есть антигрифер шоу, просто, чтобы показать людям, какие они там крутые. Например, избили кого-то или кого-то избили. И сразу другим людям становится его жалко. И они ставят лайки, пишут комментарии, добавляют, может, друзья того, кого избили, или тот, кого кто-то избил. В общем, это сделано просто для просмотров, так как люди, все люди, которые есть в ютубе, они смотрят только видео типа боевиков, где стрельба, убийства, где драки, ну, в общем, все это как-то так. Кстати, подписывайтесь на моих друзей Star Butterfly и Pro Channel. Это мои друзья, которые с их помощью именно я сделал этот плейлист. Именно они меня возят на поездах, на такси, везде. Они все мне проплачивают, чтобы я только вел свой канал. Почему не выходят видео? Да потому что, ребята, реально, просто уже нечего снимать, потому что, может быть, не только мне надоели видео про CSGO, то есть мне просто это уже надоело снимать, и я решил вообще ничего не снимать, потому что тем больше нету.
А антикрифер-шоу я решил закончить, потому что мне тоже уже надоело, мне вообще все надоело, и только я хочу реально проходить игры и просто ничего не озвучивать. Так что, возможно, это даже будет мое последнее видео, потому что реально все это не по-настоящему антикрифер-шоу, еще раз повторяю, это всего лишь фейк. Это просто подстава, вас обманывают всякие разные вот эти вот игроки. Даже если вы сейчас скажете, ой, мы знали, все это неправда, мы все знаем, мы крутые такие. Окей, я верю, но лучше бы это знали все. Ведь кто-то ведется на это, кто-то донатит после этого антигрифершоу человека. Хотя вообще, как сказать-то, блин. Вообще бы я от такого человека сразу бы отписался, потому что этот человек реально не крутой. Чтобы вы поверили мне, то, что это нереальная кровь была, вот, пожалуйста, вот. Эта вещица, я красил руки. Это обычный маркер, хотя, блин, он... Короче, он не смывающийся, он смывается где-то дней 5, но ради вас я пожертвовал. Ну, в общем, ребят, все понятно? Я сижу сейчас у друга просто. И просто, ребят... Просто я реально веселюсь сейчас. Просто прикалываюсь. Все это, короче, подстава. Просто я сейчас приехал в какой-то штат. Я реально сейчас в Америке еще там я. Но где-то, наверное, уже через недельку я оттуда уеду. Если вы спрашиваете меня там ВКонтакте, да с каких ты будешь сидеть в Америке, и вообще ты в Америке или где. Да, я реально в Америке. Я сейчас в Нью-Йорке, но сейчас я поехал в другой штат. Вот к другу моему. Про Channel, он тоже в Америке сейчас, то есть и Star Butterfly тоже, то есть Star Butterfly просто с нами поехала, типа как камеру держать и типа того. Про Channel здесь дом есть, то есть у него здесь есть дом, вот я к нему домой приехал. Все, что вот эти вот люди, которые приезжают что-то делать в антикрифер шоу, это просто массовка, это я набираю на сайтах. Но плачу там по 100 рублей просто за сценку, так как люди не попадают. Но вообще я набираю от 12 до 16 лет, может, до 15. То есть, чтобы не старше меня, точнее, были. Ну, в общем, как-то так, ребят. Еще раз повторяю, что антигрифер шоу больше не будет на моем канале, потому что обманывать я людей больше не буду. Будут влоги, может быть. Может быть. И я просто закрою свой канал навсегда, потому что снимать реально нечего. Да и скучно уже стало, наверное. Ну, короче, вот у меня есть друг, который реально смотрит мои видео, но он сказал мне, а зачем ты вот эту вот всю хрень снимаешь, уже всем надоело. Ну, я сначала подумал, что это неправда, кто-то все-таки смотрит. Да, просмотры есть, но их очень мало стало. Не каждый заходит в мой канал, и, наверное, каждый месяц просто за неактивность администраторы или модераторы Ютуба просто удаляют неактивных пользователей из моего канала. В общем, я этот антигрифер шоу просто сделал как, я не знаю, вот я в начале видео сказал, что это будет или антигрифер шоу, или просто влог. Ну, можно сказать, что это уже влог. То есть я перешел с антигрифер шоу, я уже перешел в обычные влоги, то есть вот этот вот палец прикольный сделал я. То есть все это покрашено, все это сделано не по-настоящему. То есть я буду только снимать влоги. Может быть, еще сниму видео про Counter-Striker. Ну, вообще вряд ли, наверное. Потому что реально, мне уже надоело. Да и лето кончается, ребят. А только летом я снимаю свои прикольные видео. И я их снимаю каждый год, всегда только летом. В остальные времена года я не снимаю свои видео, потому что просто не хочу это делать. Потому что, во-первых, это скучно, во-вторых, это... Ну, короче, не хочу показывать себя так, вообще, в таком образе, типа, зимой, весной, осенью, чтобы снимать видео. Нет. Конечно, я осенью занят, весной я тоже занят, зимой я тоже занят. То есть я иногда придумываю новые такие вот новые стили для видео, но вряд ли, наверное, будет видео. Все-таки, наверное, будет... Больше, наверное, не будет видео. Может, я буду ВКонтакте только выкладывать там видео прохождения там вот моей игры, которую я сейчас
играю, мы создаем ее с друзьями. Игра называется GTA San Andreas. То есть не возвращение в GTA San Andreas, а Grow Street. То есть мы играем не за СиДжея, мы играем за Фэма, то есть из банды Grow Street. То есть такие зелененькие. Мы сделали для них собственные скины, типа они военные, ну типа того что-то. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. И всем вам пока, короче. Удачи, ребят. Реально, больше таких видео не будет.